бегать, что ли, начать? Такого все равно не догонишь. Давай, давай, Тита, подожди. Владимир Петрович. Добрый день. Привет. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А мы на свой лицион. Как там погода? Молодцы. Да мы даже не заметили, бегали. Передавали с северо-западной. А это самый мой любимый. Ну, замечательно. Удачной прогулки. Всего доброго. До свидания. Расскажите вы ей. Чего это мы будем всякие чужие вещи отдавать? Да, Тинта? Раз такая девушка мимо нас пробежала, мы ее сами найдем. Тем более девушка, понимающая в Моцарте. А это на сегодняшний день большая редкость. Жалко, что не догнали. Ну что ж, интригующий довольно поединок. С какой стороны не посмотри, гости преследуют амбициозных призеров. Крылья Савенова собираются на финише сезона, который уже не за горами, не терять очков, потому что они неподалеку от зоны вылета, но тем не менее мы видим... Да что такое? Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Елизавета Григорьевна. Опять пробки? Нет, все гораздо серьезней. Абсолютно верю, просто я пытаюсь понять, кому в голову могла прийти столь чудовищная мысль убить вас? Как кому? Силам тьмы. Ах, ну да, темные силы. Да. Вы проходите, проходите, садитесь. Хотите пиво, Лизавета? Нет, 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 благодарю. Я пью энергию из родников души. Если хотите, я вас могу научить. Нет, спасибо, я лучше пиво. Лизавета Григорьевна, так что же это за темные силы, которые хотят вас убить? Сущность разрушения. Да. Тут другая сущность, футбол начинается. Вы не смотрите? Нет. Вы бы посмотрели вместе? Я понимаю, Володя, я вам мешаю. Я многим мешаю. Многим прекращаю путь. Тем не менее, Владимир, я жду вашего совета. В каком смысле? В смысле моей приближающейся смерти. Я, конечно, смерти не боюсь. Но девочка... Девочка? Девочка. Эта девочка остается совсем одна. Лизавета Григорьевна, какая девочка? Как вы не помните? Еще ваши покойные родители были живы, когда я взяла к себе сиротку. Ой, да, простите. Сразу как-то... Ну, хорошо. Чем я могу вам помочь в плане борьбы с сущностью разрушения? Сущность разрушения остановить невозможно.
Но девочек не оставьте, ради бога, девочек. Когда случится то, что случится. Ну почему что-то должно случиться? Елизавета Григорьевна, ну что вы придумали? Сущность разрушения, силы зла, ну бред же какой. Наивная молодость жаждет простых объяснений. А это, по-вашему, что такое? Елизавета Григорьевна, по-моему, это нож. Это не просто нож. Это средоточение сил зла. Посмотрите, на рукоятке магические символы. Потрясающе. Позвольте взглянуть. Будьте любезны. Это предвестник убийства. Когда он приходит, следом приходит смерть. А давно он у вас? 2 дня. Я вдруг проснулась и смотрю, он у меня под кроватью. Я сразу поняла, следом идет смерть. Вчера меня пытались толкнуть с лестницы. Вы что, опять мне не верите? Хорошо, тогда пойдемте, я вам покажу это место. Не-не-не, никуда я не пойду. А, вы высоты боитесь. Помню, у вас что-то там с позвоночником. Какой-то был несчастный случай. Парашют, что ли, не раскрылся? Елизавета Григорьевна, оставьте мой позвоночник в покое. Мало того, что мне футбол им дали посмотреть, так у меня еще очень много работы. Здесь можете говорить все, что угодно. Из квартиры я не выйду. Владимир, вам придется выйти. Умирающему не отказывают в последней просьбе. Это закон. Вчера был дождь, вы помните. Я поздно возвращалась из магазина. Уже стемнело. Я поднялась на лифте. Но почему-то на нашем этаже не горел свет. Но самое главное, мне показалось, что дверь на чердаке была открыта. Тогда я спустилась на 5-й этаж. Мне нужно было найти ключ, а там было светло. На 7-й этаже свет горит. На нашем же никогда. Пробки. Я долго не могла найти ключ. Наклонилась, чтобы поставить сумку. Где же мои ключи? И в этот миг ведь вдруг появился он. Где ключи? Образ смерти. В колпаке. На куклу с клан. Схватил меня и пытался сбросить меня с лестницы. Я боролась. Я была уверена, что мой час еще не наступил, пока я не позабочусь о девочке. Я вырвалась, побежала вниз и позвонила в дверь Григорию. Григорьевна, опять что ли налет был? Вот дает. Каждый день надо не подает. Каждый день размечталась. Эх ты! Григорий! Что? Вы смотрели чердак, как я вас просила? Проверили магические знаки? Так, давай на пузырь, Григорий, на все смотрим, найдем эти знаки. Все. Я тебе дам пузырь, охламон хренов! Получка где? На пузырь под... Маш отсюда! Тогда идите вы, Владимир, осмотрите все. Силы зла не чураются чердаков. Нет, Елизавета Григорьевна, увольте. Я с вами на лестницу вышел. Вышел. Осмотрел? Осмотрел. Дальше ни шагу. У меня много работы. Thank you.
Гаврила Романович? Фу, напугали. Григорий, ты? Вас так как сюда занесло. Я увидел, что дверь на чердак нараспашку. Пошел посмотреть. А ты что здесь делаешь? Так это соседка шестого Григорина велела поискать что-нибудь почуднее. На пузырь обещала. Как думаешь, подойдет? Ну, на пузырь даст. Ну что? Значит, ты считаешь, что мы потеряем этот заказ? Ну, на дураков они мало похожи. Но вообще ты старший партнер. Тебе решать. Расул, если ты заметил, я с тобой советуюсь. Спина у него болит. Позвони Виктору, может, приедет кто-нибудь из врачей. Сильный приступ. Это он сказал? Зачем сказал? Сам вижу. Володь, я в ЦИТУ звонила. Они не отложку пришлют, но вокаин в блокаду тебе сделают. Еще чего. Росло, что ли, не стучал? Нет, завтра выходной. Железо потаскаю, сама отпустит. Ну, послушай, не хочешь сюда врача, сам к ним съезди. Они тебя Марья Петровна покажет. А то она меня не видела. Ну, может, что-нибудь умное скажет. Обязательно скажет, я даже знаю, что. Выбор у вас, дружочек, невелик. Или всю жизнь, полтора часа в день. На тренажерах, или утка под кроватью. И тоже всю жизнь. Не смешно. Наконец-то, Владимир. Я жду вас целый час. И с этими словами я приняла у Григория эту страшную его находку. Ну, теперь вы убедились? Убедился в чем? Как так, это ж подсвечник. Да вы что, правда? Да. Настоящий подсвечник. Дальше ты что, Лизавета Григорьевна? Как что? И пользовались в тайных церемониях силы зла, которые привели ко мне смерть. Объясните мне, пожалуйста, зачем силам зла этот подсвечник? Опять мне не верите? Не верю. Да все это чушь какая-то, Лизавета Григорьевна. Вы же взрослая, умная женщина. Ну подумайте сами. Нож этот ваша внучка могла где-нибудь по глупости подобрать и притащить его домой. Подсвечник этот лет 50 назад выбросили. А что же касается лестницы, ну голова у вас закружилась. Вот такая у нас лестница. Значит, не верите? Нет, Лизавета Григорьевна. Ну и не надо. Только не оставьте мою девочку. Пропадет ведь совсем-совсем одна на свете. Не оставьте ее. Лизавета Григорьевна, вы еще лет 30 проживете. Еще правнуков увидите. Нет, моя смерть придет очень скоро. Пообещайте мне, что поможете ей. Чем, Лизавета Григорьевна? Ну, поддержите ее, не дайте ей пропасть. Ведь у нас нет ни одного кровного родственника. Лизавета Григорьевна, я ведь тоже не ваш кровный родственник. Ну, вы хороший человек. У вас душа. Кедра. У меня что? Душа кедра. А, это сильное, благородное, верное дерево. Ну, я вас очень прошу, помогите моей девочке. Хорошо. Я обещаю, что не оставлю вашу девочку. А вы мне обещаете, что в случае моей смерти, если я умру раньше вас, вы будете кормить мою собаку. Договорились? Вы что, шутите? Да уж какие тут могут быть шутки. Тогда напишите обещание. С удовольствием. Как зовут девочку? Маша Тюрина. Замечательно, я мигом. Лизавета Григорьевна, сделай, что смог. Вот расписка. Здесь написано, что я Машу Тюрину в обиду не дам, ее не оставлю. Только умоляю вас, не читайте ее по мне. Я и так скоро с вами с ума сойду. Лизавета Григорьевна, дома, ладно? Держите. Спасибо.
Не за что. До свидания, Лизавета Григорьевна. До свидания, Владимир. Прощайте. Всего доброго. До свидания. Черт знает что. Кать, ты первый уезжаешь? Да не волнуйся ты, Полина эта новенькая 5 дней уже со мной сидит, присматривается. Ну и как? Спросила уже, звонит ли твоя бывшая жена и давно ли ты в разводе. Получила от меня вдохновляющий ответ, что давно. Теперь сидит до 10, сверхурочных не требует. Вот этого не надо. Объясни ей, что ты главная женщина в моей жизни, чтоб не суетилась. Ну да, а то она не знает, что я мать двоих детей, жена твоего товарища. Я главная твоя женщина для корпоративных вечеринок. А вообще-то, давно уже пора это место кому-нибудь предложить. Ну, ты же знаешь, что у меня завышенные требования. Хочется душевной близости, одинаковых музыкальных вкусов. А посему вчерашний вечер я провел в обществе соседки, Лизаветы Григорьевны. Совершенно сумасшедшей, между прочим. Обед пойдем? Нет. У меня у родителей сегодня годовщина. Я сначала на кладбище, а потом в Дубно. Надо разобраться с заказчиками. Приеду через 2 дня. О, явились, не запылились. Ну, здравствуй, крестник. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Дед Мороз. Вы уже от моих? Мы пораньше. Совсем забыл нас, Володя. Ну, я все Федю спрашиваю, как ты там, не женился еще. Ну и что мне прикажешь ей сказать, что ты последний сукин сын и поганец? Не звонит, не появляется. Может, только, говорю, на наш похороны и придет. Я не мог, Федор Кузьмич. Ну, правда, не мог. На похороны как раз можешь не являться, мы переживем. Федя, перестань. А зачем он нам тогда нужен будет, Маруся? Мы к тому времени с твоим папенькой в райских чертогах будем столичную кушать. Как всегда, закусывать селедочкой с картошечкой и посмеиваться над всеми. Пока живы, не забывай. Не чужие мы тебе. Заходи к нам, Володенька. Мы всегда ждем. Я обязательно зайду. Правда. Давай. Не чужие мы тебе. До свидания. Давай. Буду. Всего доброго. Гурий Матвеевич! Гурий Матвеевич! Гурий Матвеевич! Здравствуйте, Владимир Петрович! Здравствуйте. С приездом вас! Спасибо. Гурий Матвеевич, потрудитесь объяснить, что у нас во дворе происходит? Какие-то люди в балахонах, здесь цветы разбросаны. Что-то случилось? Вы все ничего не знаете. А что я должен знать? Жиличка у нас померла. Позавчера еще с утра в магазин вышла, а днем раз померла. Да как знала! Телефон своего душеприказчика оставила. Ты, говорит, Гурий Матвеевич, обязательно позвони ему, как мой час придет. Я говорю, да ты что? Ты еще меня переживешь? А она вот головой как-то так покачала, и сегодня похоронили. Гурий Матвеевич, постарайтесь еще раз членораздельно объяснить, что случилось, какая жиличка, кто умер. Так соседка ваша, Лизавета Григорьевна.
А девочка? Девочка Маша Тюрина, где она? В квартире, где же еще? Спасибо, Владимир. Тянь-то и сущность разрушения. Мы решили с вами посоветоваться. Как вы вошли? Дверь была не заперта. Не заперта? Да. Очень странно. Проходите в гостиную, я сейчас. Ну, прошу прощения, извините. Ничего, проходите. Да. Странно, странно. Еще раз, ради бога, извините. Да все в порядке, Гавел Романович. Вошли ведь уже. Проходите, садитесь. Благодарю. Минералки хотите? Нет, спасибо. Присаживайтесь, присаживайтесь. Чем обязан? С чем пожаловали? Так заявление подписать в милицию. Ах ты поганец! Опять на кровать валялся! Извините. Да. Так о чем будем заявлять? Ну как о чем? О соседке о вашей. Покойный? Да нет, ну что вы. Лизавета Григорьевна со странностями была, несомненно. Но человек пожилой и уважаемый. А сейчас? Это же секта. Самая натуральная секта. Вы что, не слышали песнопений? Ну. Они же сегодня всю ночь пели и этими деревяшками трясли. Во всех газетах пишут про секты. А если это сатанисты? Это же скопление зла. Да-да-да. Сущность разрушения, сила зла. Что? Что вы сказали? Нет, ничего, так просто вспомнилось. На самом деле, действительно видел. Ходят какие-то малосимпатичные субъекты, но мне кажется, Гаврил Романович, вы несколько сгущаете краски. Владимир Петрович, дорогой вы мой, вы даже не представляете себе всей серьезности. Ведь если они облюбовали квартиру для своих ритуалов, мы пропали, и вы в первую очередь, вы. Начнутся воровство, бандитизм. Это она их привела. Не успели схоронить покойницу, а она уже привела эту секту. Секунду, Гаврил Романович, что-то я вообще ничего не понимаю. А кто она? Как кто? Племянница? Маша Тюрина. И как же, по-вашему, она их привела? А я не знаю, как у них это делается. Вчера мы пригрозили им милиции, так представьте. Простите, Гаврил Романович, а вы вообще видели эту Машу Тюрину? Ну, племянницу. Видел, конечно. Ну и сколько же, по-вашему, ей лет? Лет 30. 30? А может быть, 25. Я паспорт не спрашивал. Вот так девочка. Нет, Гаврил Романович, милиция нас не спасет. Да. Ну и в конце концов, ничего противоправного не происходит. Как? А секта? Ну, у них же в паспортах не написано, что они секта. Так, а
Что же делать? Ну, я постараюсь поговорить с племянницей. Выясню, что это за люди. Постараюсь узнать, какие у них планы на квартиру, ну и насчет песнопения. Да, да. Только, пожалуйста, прямо сегодня, не откладывай. Обязательно. Именно сегодня, если застану хозяйку дома. Да. Обязательно поговорю. Прошу вас. Всего доброго. До свидания. До свидания, Гавриил Романович. До свидания. Ну что, морда, придется идти к Маше Тюриной. Ты в гости не идешь. Тебя Маша Тюрина вряд ли готова принять. Если будет звонить, скажи, что я пошел в библиотеку. А, да, записывай фамилии. Особенно незачем. Просто ваша тетя, Елизавета Григорьевна, меня очень об этом просила. Так я могу войти? Проходите. Спасибо. Только обувь снимите. Да, конечно. Вас слушаю. Сколько вам лет? 24. Маша, а как вас полностью величать? Мария Викторовна, что вам нужно? Да, собственно. Позвольте, я присяду. Садитесь. Спасибо. Мария Викторовна, как-то неловко получается. Я сижу, а вы стоите. О чем вы хотели со мной поговорить? О жизни и смерти вашей тетушки. Или бабушки. Она вам тетушка или бабушка? Ее жизнь и смерть вас совершенно не касается. Возможно. Скажите, а вы старой венской школы не увлекаетесь? Что? Понятно. А красные сумки у вас нет? Нет. Угу. Так все-таки, кем вам приходилась Елизавета Григорьевна? Она мне никем не приходилась. Не на работу через полчаса. Я спешу. Ну вот и славно. А кем вы работаете? Медсестрой в 15-й городской больнице. У вас больше нет вопросов? Есть, Мария Викторовна. Что это за люди, которые приходят к вам в квартиру? Какие люди? Вот это я как раз у вас хотел спросить. На площадке толпятся какие-то непонятные личности. Звучат какие-то песнопения. Кто это? Я не знаю. Я не знаю, о ком вы говорите. Ко мне приходят только мои друзья. Ну, конечно. Из больницы. Врачи и сестры. Это они так поют, что пугают соседей. И те хотят вызвать милицию. Владимир Петрович, мне на работу нужно. До свидания. До свидания. Спасибо, Мария Викторовна, что уделили мне время. Представляешь, выперли.
Нет, я тебе серьезно говорю, выперли в зашей. Зря ты мне не веришь. И Моцарт не она. Все, Тинта, с девочкой Машей Тюриной завязываем. И вообще не до девочки нам. На работу пора. Люди спят. Ну и что? Темно, ничего не видно. Ах, пойдем лучше спать. Что? Ты думаешь, там кто-то есть? Свет не горит. Вообще странно, всегда горел. Вот зануда. Ладно, пойдем посмотрим. Только смотри, ты первый. Давай. Я с тобой не пойду. Зараза. Ну-ка, стой! Куда ты пошел? Мария Викторовна. Мария Викторовна, вы дома? Мария Викторовна, у вас дверь открыта. Что за чертовщина? Тинта! Не надо, пожалуйста! Что ты на меня напал? Уйди, не трогай меня! Не трогай меня! Я ничего не брал, уберите вы собаку! Дверь открыта была, я вошел! Значит так, давай быстро по пунктам. Ты кто? Я приезжий. Я только сегодня приехал. Еще раз. Ты кто? Чего вы мне напали? Я родственник. Чей? Мой? Нет, ейный. Чей ейный? Манькин. Ну и как тебя зовут, Манькин родственник? Макс. Хрусталев моя фамилия. Макс Хрусталев. Звучит шикарно. Уберите вы ее. Я с детства собак боюсь. Тинта, фу! Тинта! Вставай, Хрусталев. Не тронет он тебя. Вставай! Иди сюда. Давай, 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 давай. Прошу вас, садитесь. Сядь. Откуда ты прибыл? Из Сенежа. Скажи-ка мне, Макс, а ты профессиональный жулик или как? Да никакой я не жулик. Я родственник. Я только сегодня приехал, а Маньки дома не оказалось. Я сначала в дверь звонила, никто не открывал. Я подергала, она открылась, я вошел. Думал, спит она, а про замок забыла. А Манька тут больше не живет, что ли? А Манька, надо полагать, это Тюрина Мария Викторовна. С утра еще жила. А, так,
Так вы ейный муж. Нет, я ейный сосед. Владимир Петрович меня зовут. А ты, Макс Крусталев, неудачно прибыл. На работе, Мария Викторовна. Так что придется тебе подождать ее на скамеечке, где-нибудь у метро. Потому что квартиру я закрою. Ой, а можно я тут посижу? Пожалуйста, я, ей-богу, ничего не возьму. Я прямо тут посижу. А вы, если хотите, можете за мной последить, а? Нет, уж увольте. Я сейчас пойду домой и лягу спать. А может, ваша собака последит? И моя собака тоже пойдет домой спать. Там холод. У метро. Ну ладно. Пошли. Я не хочу. Пошли, парень. Давай. Тинта! Вперед, вперед. Налево. Сидеть. Сторожи. Хороший пес, хороший. Все. Заходи. До завтра. Без сахара? 6. 6 чего? Ложек. Давай-ка сам тогда, а то я со счета собьюсь. Угу. Ну и давно ты не ел? 3 дня. Почему? Ну, сначала мать не давала. А потом я уехал. А мать почему не давала? Ну, она мне уже давно не дает. Я учусь плохо. Она говорит, раз плохо учишься, то нечего мои деньги прожрать. И не дает. А где же ты ешь? Когда бабушка даст. Когда пацаны накормят. Ну, хорошо. Будем звонить Маньке. Мужчина. Алло. Да, я вас слушаю. Кто, простите? Вы, наверное, ошиблись, у меня нет никаких родственников. Он... А почему он у вас? Как открыто? Я запирала, я точно помню. Доброе утро. Доброе утро. Простите, я хотела к себе зайти, а ваша собака... Ой, извините. Тинта, ну как ты тут, чудо мое, а? Как прошла ночь? Без эксцессов? Давай домой спать. Давай. Вперед, вперед. Молодец. Извините. Интересно, куда подевались ваши поющие братья и сестры? Со вчерашнего дня их не видел, не слышал.
Мы что, сняли их с боевого поста? А их не было? Ни одного, как, впрочем, и Света. Хотя сейчас почему-то горит. Да, свет горит во всем подъезде. Наверное, Гурий Матвеевич забыл выключить с утра. Да в подъезде свет горел всю ночь. Только на нашем этаже не было. А вы что домой не идете? Боитесь? Ну, хорошо, давайте я вас провожу. Сейчас я дверь закрою. Давайте ключи. Замок работает. Значит, не сломан. Стало бы, дверь открывали ключом. У кого-нибудь из ваших знакомых есть ключи от квартиры? У соседей. Тетя соседям оставляла на всякий случай. У каких соседей? Гавриле Романовичу и Елене Тихоновне. Она раньше врачом работала. Тетя уколы делала, когда я была на дежурстве. А что вы думаете? Они... Да нет, ничего такого я не думаю. Просто ключи они могли потерять или ключи у них опять же могли украсть. В квартире есть ценности? Пойдемте. А я, с вашего позволения, уже в тапочках. Да, конечно, извините, просто тетя приучила, чтобы те сразу разувались. Да-да, я понимаю. Так на чем мы с вами остановились? Есть ли в этом доме что-нибудь ценное, имеется в виду для вора? Я думаю, конечно же, есть. Старинная посуда, хрусталь, картины. А чьи это картины? Разные, например, тетиного мужа. А вот это, например, чья? Тетиного мужа. Ну да, тетиного мужа красть не стоит. Если бы его фамилия была Репин, а не Тюрин, тогда другое дело. Его фамилия была Огус. Извините. Ну что, хрусталя, судя по всему, тоже целы. Мария Викторовна, скажите, от чего все-таки умерла ваша тетушка? У нее всю жизнь было больное сердце. Как-то странно. У нее всю жизнь было больное сердце, а она только на прошлой неделе решила, что скоро умрет. Ну что ж, вроде бы ничего не пропало, по крайней мере, на первый взгляд. Да, кстати, Мария Викторовна, а вы хорошо знаете своего брата? Я вообще ничего о нем не знаю. А почему он приехал именно теперь? Это вы сообщили ему о смерти тети? Нет. Это случайность. Случайность. А я почему-то не верю в случайности. И вам не советую. А я по делу и звоню. Нет. Нет, мне нужен сам нотариус. Грубин Леонид Иосифович. А у меня поручение от покойницы, чтоб только с ним самим. Маша, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, что вообще с вами происходит. Только постарайтесь не врать. Что это за история с бывшей женой вашего отца? Ну и прочим родственникам. Зачем вам? Я уже вторые сутки занимаюсь вашими делами. Вашей квартирой, вашей дверью, вашим братом. Хотелось бы получить компенсацию. Какую компенсацию? Не люблю быть болваном в карточной игре. Присядем? Кинь-то гулять. А? Давайте начнем с родственников. Елизавета Григорьевна – первая жена моего отца. Потом он женился на матери. Мать сбежала, когда мне было 7 лет. И что, вы больше ее не видели? Нет. Потом он женился на Гале, матери Макса. Потом умер, попал под поезд. На похоронах была только тетя, то есть первая его жена. Елизавета Григорьевна? Да. Тетя приехала и забрала меня в Москву. Почему? Потому что Галя, мать Макса, хотела дать меня в детдом. Лишний род. Тетя приехала и спасла меня. Просто взяла и увезла в Москву. Я каждую ночь боялась, что меня заберут обратно. Мне до сих пор иногда кажется, что это идут за мной.
Маша, ведь это было очень давно. Пора забыть. Вы думаете, а вас когда-нибудь пытались сбыть с рук? Хоть раз в жизни шли домой, зная, что ужинать не дадут, что всем наплевать, жил вы или нет. У вас была такая семья? Нет, Маша. У меня была совсем другая семья. По воскресеньям завтраки с бабушкиными блинами. Летом сирень с дачи. Дедушкин письменный стол из карельской березы. И вот когда теряешь такую семью... Как ты теряешь? Мой дед, бабушка, потом отец и мама. Все умерли в один год. Но вот об этом я уж точно не хочу разговаривать. Пойдемте лучше домой. Опознавать вашего предполагаемого брата. Тинта, домой. Все время хохотал. Хохотал себе за пятку и хохотал. Толстый хохотал. Не густо. Может, еще что-нибудь? Я гулять его возила после школы. Брала коляску и шла гулять. Он мне снился несколько раз. Я все думала, кто же там с ним гуляет без меня. Я его узнала. Теперь я его узнала. По пятке? Нет, по ушам. Я очень хорошо помню его уши. Ну вот, знакомьтесь, Мария Викторовна. Ваш брат. Я к телефону. Привет. Алло. Добрый день. Это Архипов Владимир Петрович, проживающий по адресу Чистопрудный бульвар, дом 15, квартира 8. Да, я Архипов Владимир Петрович, проживающий именно по этому адресу. В чем дело? А зачем мне приезжать в вашу нотариальную контору, если у меня есть свой нотариус? Вам знакомо имя Огус Елизавета Григорьевна? Да, мне знакомо имя Огус Елизавета Григорьевна, но я-то здесь при чем? Что? О, Господи. То есть вы хотите сказать, что я тоже наследник? Бред какой-то. Вы ничего не путаете? Ну, хорошо. Сегодня в 3 часа дня мы будем у вас. Да, но я приеду вместе с Тюриной Марией Викторовной. Она ведь тоже наследница? Хорошо, всего доброго. До встречи. А что случилось? Это звонил нотариус по поводу завещания вашей тети. Почему-то я тоже должен явиться. Я сказал, что мы приедем вместе. Сегодня в 3.
раз членораздельно объяснить, что случилось, какая жиличка, кто умер. Соседка наша, Елизавета Григорьевна. Елизавета Григорьевна со старостью была, несомненно, но человек пожилой и уважаемый. А сейчас? Это же сетка, самая натуральная сетка. Мария Викторовна, вы дома? Мария Викторовна, у вас дверь открыта. Чего вы на парня, родственник? Чей, мой? Нет, Ени. Чей Ени? Маньки. Вы, наверное, ошиблись, у меня нет никаких родственников. Ешь. Ты мне Владимир Петрович угостил. Там витамины. Ешь, ешь. А это что такое? Ой, да, об окно порезал, когда мимо старикашки лез. Какого старикашки? Почему ты куда-то лез? Имеется в виду наш консьерж Гурий Матвеевич. Макс полночи просидел под окном. Ждал, пока тот заснет. А он полночи не спал, зараза. Битое стекло, это нужно немедленно дезинфицировать, дай. Дезинфицировать можно было вчера. Сегодня уже поздно. Если он заразился столбняком, значит, завтра остолбенеет. Ты, наверное, замерз, пока под окном ты ждал. А в ток? Как же ты в квартиру попал? Вошел. Дверь открыта была. Я и вошел. А вот об этом-то я и хотел с вами поговорить, Мария Викторовна. О двери. А чей это вы ее по отчеству? Из уважения, Макс. Из уважения. А-а-а. Б. Я думаю, что нужно срочно поменять все замки. Мне ничего не нужно, Владимир Петрович. Макс, ты поел? Нет. Нам нужно идти. А что с вами? Пойдем. Да что, черт возьми, происходит опять? Иди сюда. Мы спешим. До свидания, Владимир Петрович. Нам нужно идти. Спасибо вам за все. Пожалуйста. Значит, в половине третьего я жду вас у своей машины. Мою машину знаете? Зачем нам машина? Я собираюсь отвезти вас к нотариусу. Ну да. Моя машина стоит перед домом, во дворе. Светло-серебряный джип, Туарег Фольксваген. Увы, господа, Леонид точно не может вас сегодня принять. Давайте оговорим с вами другой удобный для вас день. И я вас запишу. Нет, он примет нас именно сейчас. Информация, которую мы располагаем, как раз касается сегодняшней его встречи. Возможно, господа, что дело ваше очень важное. Но у нас свои правила. А у нас свои. Пошли. Да, пошли. Господа, господа, Леонидович, господа! Слушай, ну чем оттуда шли? Могли бы еще там посидеть. Ну ты же хотел Москву посмотреть. Ну вот и смотри. Ну ты чего? Понятно. Ну пойдем. Выбирай. Помню, купон какой-то красный. Да, у меня красный берет был. А помнишь, я тебя на хлеб завод возила? Еще в коляске. Там булыжники были, коляска подпрыгивала, тебе нравилось. Не помнишь? Ты в какой класс перешел? Десятый. Как же ты меня нашел? Так я у матери адрес утащил. Он у нее спрятан был. Она говорит, она тебя вырастила, а ты ее в душу плюнула. Как сыр в масле в своей Москве катается, а мы тут хоть пропадай. Ну, это она про тебя. Как там бабушка? Жива? Жива. Но только совсем старенькая стала. Мать каждый день говорит, когда ж ты помрешь, старая.
А ты не могла бы мне еще купить? Шашлык? Бедный ты мой. Пойдем. А можно я на переднее? Валяй. Прошу. Подержи. А это автомат, да? Да, это автомат. А сколько лошадей? Если ты про лошадиные силы, то 240. 240? Мань, вообще 240, блин. Макс, посиди на диване. Владимир Петрович, можно вас на секунду? Да, конечно. Владимир Петрович, я вас прошу, я вас умоляю, пожалуйста, когда вы услышите завещание, пожалуйста. Да что с вами, Маш? Что я должен сделать? Пожалуйста, ничего не говорите. И ничему не удивляйтесь, и ни во что не вмешивайтесь. Еще мальчик приехал. Господи, зачем он сейчас приехал? Пожалуйста, обещайте мне, пожалуйста, обещайте. Архипов Владимир Петрович. Да. А это госпожа Тюрина Мария Викторовна. Очень приятно. К сожалению, полчаса назад открылось некоторое обстоятельство, о котором я ранее не был осведомлен. Прошу пройти туда. Идем. Пожалуйста, Владимир Петрович, вы мне обещали. Я помню. Проходи. Присаживайтесь, пожалуйста. Это господин Маслов с коллегой. Добрый день. Они представляют интересы организации «Путь к радости». Я хочу предупредить, что выполняю сейчас стандартную процедуру, предусмотренную законом, и оглашаю волю Елизаветы Григорьевны Огус, которая привлекла меня в качестве поверенного в делах. Леонид Иванович, у нас с Марией Викторовной очень мало времени. Да-да, конечно. Так вот, эти господа представили сегодня завещание гражданки Огус, в соответствии с которым все ее имущество отписано религиозной организацией «Путь к радости» и должно быть пущено на благотворительные цели. Ну и дальше что? Леонид Ильич, все? Как раз нет. Завещание, представленное господином Масловым, датировано началом сентября. У меня на руках более позднее завещание, составленное 3 октября, то есть неделю назад. По закону Российской Федерации о наследстве, именно последнее считается окончательным. Позвольте, официально заявляю, что о втором завещании нам ничего не известно, и мы требуем... Ну, если окончательным является последнее завещание, то зачтите его нам, и дело с концом. Завещание очень простое. Опуская все юридические подробности... Да-да, подробности можно опустить.
Квартира по адресу Чистопрудный бульвар, дом 15-7. Основная часть наследства вместе со всей обстановкой достается Архипову Владимиру Петровичу. Приемная дочь покойной, Тюрина Мария Викторовна, получает 3 художественных полотна, написанных мужем покойной Александром Васильевичем Огусом. Достать на память. Вот, собственно, и все завещание. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Да она с ума сошла, эта Елизавета. Маша, пожалуйста, не обращайте внимания на этот маразм. Мы все уладим. Даже не думайте об этом. Я вам все верну, как только вы этого захотите. Господи. Слава Богу. Слава Богу, что тетя так все решила. Именно так. Знаете, я счастлива. Маш, у меня сейчас дела, а в 7 я жду вас на ужин. И ни о чем не беспокойтесь. Мы все обсудим и все спокойно урегулируем. Да нечего обсуждать. Все и так хорошо. Вы даже не понимаете, как все хорошо. А я вечером пирог испеку. Вы любите с капустой? Не знаю, может быть, люблю. Хорошо, до свидания. До вечера. Счастливо. Ты что-нибудь еще будешь? Нет, спасибо. Светлана, тогда у меня к вам еще одна просьба. Соберите мне, пожалуйста, с собой что-нибудь сладкое, по возможности разное. Ну, что у вас есть вкусное? Хорошо, Владимир Петрович. Спасибо. Ну что? Наши партнеры опять опаздывают? Они столько платят, что могут себе это позволить. Пей кофе. Что нервничаешь? Да день у меня сегодня такой. Неприятности сплошные. Что так? Помнишь, я тебе рассказывал про соседку? Ну, не оставляйте сиротку и так далее. Так знаешь, что она сделала? Она завещала квартиру мне. Что за квартира? Такая же, как моя. 150 метров на бульварах? На неприятности мало похоже. Не люблю, когда не понимаю. А тут я ничего не понимаю. Елизавета пришла ко мне во вторник и умоляла, чтобы я не оставлял дорогую девочку. Несла всякую чушь про покушение и смерть, которая завтра непременно придет за ней. Но самое поразительное, что на следующий день она действительно умерла. Откуда она знала, что умрет? И почему эту самую дорогую девочку она лишила всего? Может быть, покушение и впрямь было. Или кто-то нарочно пугал ее. Но кто? Зачем? Надо искать, кому это выгодно. Расул, в том-то все и дело, что выгодно это мне. Ты любишь? Люблю. Каждый день теперь тебе буду делать. Ой, заживем, братишка. Интересно, где это мы заживем, если у тебя теперь даже своей квартиры нет? Подумаешь, квартира. Квартира — это не главное. Алло? Чего? Да что случилось-то? Собирайся, мы уезжаем.
Куда? Я никуда не хочу. Всениш. Всениш? Да ни за что! Я домой не поеду. Поедешь. Пошли. Закрывай дверь. Пойду-ка я пройдусь. Сиди. Это места потеряем. Ну тогда ты иди, сходи куда надо. А я посторожу. Нет, я уйду, а ты сбежишь. Ну что, теперь до утра терпеть будешь? Буду терпеть. Тогда и он будет цел. Да ты что, ненормальный? Глаз нет, что ли? Свой проезд. Абонементы и проездные билеты продаются водителям на остановке. Эй, парень в куртке, ты долго там отсиживаться будешь? А ну давай, плати быстро. Thank you.
Кинта, ты куда пошел? Куда ты пошел? Что ты там нашел? А? Что здесь? Кинта, что там? Что там? Так, где-то здесь выключатель. Ой, ехать. Ноли. Да, ладно. Пойдем домой. Пошли, пошли. Домой. Парень, выходи, конечно. Митя, а мы обратно поедем? Нет, мы уже в парк. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не скажете, как пройти на Чистопрудный бульвар? А это верхняя Желябина или нижняя? Это Москва. Москва, тут все Москва. Чего тебе, парень? Вы не скажете, как пройти на Чистопрудном бульвар? Пройти? Да туда ехать часа полтора. А идти как раз завтра к вечеру будешь. Это вон там. Времена река неспешно и свежилась. Всегда лишь дай течет. Вернет она вовеки. По совещанию ж тревоги вы отбросьте. Поймете вы со временем все сами. Обиженным никто себя считать не может. Лизавета Григорьевна. Вы что, меня не узнали? Я узнал. Только я думал, что вы... Не пугайтесь. Я хотела только вам благодарность выразить свою за девочку. За то, что вы обещанные мне так выполняете усердно. Но девочка пропала. Все образуется. Я вижу, вы ее найдете. Лизавета Григорьевна. Что вообще происходит? Что это за дикое завещание? Зачем вы его написали? Со временем поймете это вы. Что это? Времена река неспешно и слева. Всегда лишь дай течет. И вспять не повернет она вовеки.
Добрый день, Гаврила Романович. Здравствуйте. Что-то случилось? Нет, нет, ничего, все в порядке. Да вы проходите, Владимир Петрович. Спасибо, Гаврила Романович. Я всего на пару минут. Боюсь на работу опоздать. Скажите, ключи от квартиры Елизаветы Григорьевны у вас? Что? Какие ключи? Ах, ключи! Ну да, ключи от ее квартиры. А Маша сказала, что они у вас. Кто там, Гуня? Это я, Елена Тихоновна. Архипов. Ой, здравствуйте, простите. Здравствуйте. Здрасте. А, я пришел за ключами от квартиры Елизаветы Григорьевны. А зачем они вам? Машенька что, свои потеряла? Ой, какая рассеянная. Нет, просто она просила меня их забрать. Ну уж зачем-то они ей понадобились. Ну, это как-то немножко странно. Что же, она сама не смогла? Ну, выходит, не смогла. А вы побеседовали с ней, Владимир Петрович? Ну, в смысле этих странных людей? Да, конечно, побеседовали. Вы не волнуйтесь. Дело в том, что по завещанию Елизавета Григорьевна оставила свою квартиру мне. Сам я хором не пою, но и другим не позволю. Как? Что? Мне. Теперь я полновластный хозяин квартиры. А ключи... Вы, кстати, никому их не давали? Ну что, как можно чужие ключи давать? И не теряли. А почему, собственно, вы спрашиваете? Вы что, нас в чем-то подозреваете? Пропало что-нибудь? Да нет, ну что вы. Я вас не подозреваю, и ничего не пропало. Нет, мы вчера заходили к Машеньке перед прогулкой. Мы подумали, что напрасно нападали на бедняжку. Там было все в порядке. Правда, она была не одна. С ней был какой-то молодой человек. Странного, очень странного вида. А, недокормленного. Да, да. Мы пригласили ее к нам почаемничать. Да. Но она сказала, что вы везете ее к нотариусу. Вот насчет завещания. Обещал зайти вечером, но так и не зашла. Не зашла. Мы порадовались, что вы с ней едете, потому что она славная девушка, но, конечно, не очень умная. Лена. Ну, медсестра все-таки. Извините, я очень спешу на работу. Елена Тихоновна, будьте любезны, ключи. Пожалуйста. Но молодой человек с ней был. Очень странного вида. Более чем. До свидания. Всего доброго. Куда она могла деться? Да еще и с мальчишкой. Главное, я видел, что она боится. Но кого? Тех, кто пел на площадке, или этих господ из пути радости? Скучные такие ребятки в пиджаках. Добрый день. Хотя, может быть, это они и пели? Скучные люди бывают крайне опасные. Да, и почему она обрадовалась, когда читали завещание? Что это значит? И что я с этим должен, черт возьми, делать? Сейчас ты должен провести совещание и, главное, объяснить Вяткину, что если он не разберется с Р-15, мы потеряем заказчика. Ценное предложение, Расул. Сам бы и не догадался. Катюш, прояви, пожалуйста, где-нибудь, что это за лекарство? Давай, давай. Спасибо. Пойдем, красавица. Что же теперь будет с Машенькой? Просто в голове не укладывается. Действительно, куда же теперь она? На улицу, что ли? Так и пропала. Второй день ее нет. Это точно. Не ночевала Машенька дома. Вы простите, что я вмешиваюсь. Но зря вы ключи-то отдали. Не надо было. Ну, как же можно было не отдать? Что? Владимир Петрович такой авторитетный жилец. Он теперь хозяин. Но это мы знаем только с его собственных слов. Это еще надо проверить. Я обещаю, завтра у вас будет весь пакет. Слышал? Угу. Никого не интересует, почему зависает твой Р-15. Да они же... Секунду. Они... Да, Кать? Соколов, будешь говорить? Переведи его на Магометова, это его вопрос. Значит так. Если будет зависать, то и твоя зарплата зависит. Понятно? Угу. Но если угу, то иди работай. Понял.
Да, Кать. Это нолипрел. Ну и от чего он? Некоторые формы почечной гипертонии. Еще тут какая-то тюрина на проводе. Переключать? Соединяй. Ой-ой. Алло. Я внимательно слушаю. Алло. Я слушаю внимательно. Алло, Владимир Петрович, здравствуйте. Я хотела бы с вами встретиться и переговорить. Это не важно, Владимир Петрович. Вопрос в другом. Что вы собираетесь делать с тетиной квартирой? Какая к черту квартира? Где вы были сегодня ночью? Где ваш брат? Я вас ждал на ужин, между прочим. А я у подруги. Мне тяжело оставаться дома. А ваш брат? Он вернулся в Сенеж. Вот как. Макс в Сенеж. Да, Евде самой теперь негде жить. Если вы о квартире, то я могу вернуть вам ее в любую секунду. Так вы готовы вернуть ее мне? Конечно, мне она не нужна. Тогда давайте завтра же оформим все бумаги. Для этого, кажется, нужен нотариус. У моей подруги есть знакомый в Чертаново. Мы сможем к нему подъехать. Да, конечно, но зачем нам Чертаново? Грубин Леонид Иосифович гораздо ближе. Мне будет удобнее в Чертаново. Это рядом с моей подругой. Вы подпишете документы, возвращающие мне право на квартиру? Я подпишу. Если вы сегодня же приедете ночевать домой... И объясните мне, что происходит. А я не могу. Ну, тогда и я не могу. Владимир Петрович, вам она не нужна, а мне негде жить. Так возвращайтесь и живите сколько хотите. Но мне нужны бумаги. А мне нужен внятный ответ, что происходит. Владимир Петрович, я вас прошу, я вас умоляю, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не знаю, что и сказать. Кать! Кать! Все это так неожиданно. Кать, номер есть? Номер определился? Черт. Я говорю, все это так неожиданно. Владимир Петрович, мне очень важно, чтобы мы оформили эти документы именно завтра. Метро Чертановская. У выхода часа в 4. Ну хорошо. Завтра в 4. Метро Чертановская. Да, спасибо большое. Плохо. Что с тобой, Володь? В следующий раз не соединять? Да нет, как раз соединять. Из прогресса уже пришли, поднимаются. Полина их встретила. Ой-ой-ой. Слушай, отменить никак нельзя. Понял, молчу. Катюш, пока мы будем совещаться, посмотри, пожалуйста, в интернете. Путь к радости. Это некая религиозная организация. Я думаю, что зарегистрирована. Новые заказчики? Ой, боже упаси. Хорошо. Спасибо. Ну что ж, все идет нормально. Уводи ее. На всякий случай забери у нее одежду. И стерегите дальше, как договорились. Только Витёк твой пусть не перестарается до завтра, чтобы этого романтика не спугнуть. Ну все, пока. Это духовный вождь Добромир. Просветленный и посвященный. Упоминается также, что он брат Иисуса. Где-то я этого брата уже видел. В целом ничего особенного. Половина из лозунгов экологов, половина цитаты из Библии. Города задыхаются, мир на живо давит, нравы падают, химия убивает, кругом разврат. Это в настоящем. А в будущем, прошлом, трава растет, деревья цветут, волк целует ягненка, ягненок целует гепарда, гепард целует младенца. В общем, все целуются. Планета рай. Хоть какая-нибудь зацепка есть? Только одно. Судя по сайту, организация очень богатая, с чего не ясно. Книги распространяются бесплатно, встречи с просветленным Добромиром благотворительные. Кстати, график очень плотный. Сегодня, например, единение с природой в Измайловском парке. Не желаете слиться, Владимир Петрович? Желаю. Все, стой здесь.
я тебя поближе подвезу. Что, на твоей машине? Люди с такими джипами свой путь к радости уже нашли. Все, пока. Удачи. Скажите, а здесь что? Возьмите и душой вы возликуете. Здесь просветленного молчания. И что же здесь? Ничего? Молчит он? И это слушать надо? Молчание только сущность мира познается. Ее познал владыка и поделиться с малыми решил. 50 рублей. Договор, как я обещал, и здесь вот надо расписаться. Проклятое зловоние оставим вместе с похотью циничной. Оставим! Уйдем туда, где звук ручья слышнее. Уйдем! Энергия добра пространство вечное насквозь пронзает и устремляется душа по звездному пути. По звездному. Здравствуйте, Ирина. Чтобы жить жизнь неугасимой, ну, вечной, что чтобы излечить болезни плоти слабой. Природу устремим стопы свои мы. В природу устремим стопы свои мы. Уйти в природу навсегда, навеки. Вот истинный путь радости единой. Вот истинный путь радости единой. Слушай, по-моему, он импотент. Кто? Да Добромир этот. Что-то он уж очень напирал на позор утехом плоти гнусным. А вот и мне как-то не понравилось, а все остальное очень красиво. И очень сладко, меня практически тошнит. Кать, держи себя в руках. Угу. Мне срочно нужно пиво. Можно с креветками. Все, Володь, поехали к нам на дачу. Не вопрос. Слышь, Кать, а этот Добромир ничего не говорил про сущность разрушения, силы зла? Да нет, никаких таких ужасов я не слышала. Скажи, а на сайте ты ничего такого не видела? Ну, например, про нож, предвестник смерти. Да нет. Звезды, розы, поцелуи, все.
Счастливо. Ну что, Тинто, вперед? Вперед! Вперед! Что там? Маленький, ты что? Хорошо, подожди здесь, я схожу за ключами. Ты не дашь мне покоя. Иду. Давай открывать. Сейчас посмотрим. Давай. Есть кто-нибудь? Куда ты пошел? Тинто! Ну-ка, стой! Знакомый ножичек. Тинто! Садись, мальчик. Что ты смотришь? Не нравится тебе все это? Мне тоже. Замок-то опять цел. А запасные ключи у меня. Кто этого Маслова в квартиру пустил? Маша. Опять Маша. А может, ее заставили? Ну, конечно, ее заставили, чтобы потом подставить. Подожди, нужно что-то придумать. Так. В милицию звонить нельзя. И труп в квартире оставлять тоже нельзя. Ну-ка, пошли. Делаем.
Здорово, морда. Ну, что смотришь? Зря усмехаешься. Если меня повяжут, то тебя непременно сдадут на живодерню. Так что твоя ирония неуместна. Понял? Что? Ты чего? Ага, это? Ну, не мог я его там оставить, понимаешь? Не понимаешь. Ну и черт с тобой. Да, я сорвал спину. Но как иначе, он же тяжелый. Фу. Ничего, сейчас железо потаскаю, все пройдет. Что там, Тинта? А? Что там, милиция? Мы уже пришли? Ну ладно, 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 пойдем посмотрим. Только тихо. Пошли. Стоять. Пенсию принесли. Здравствуйте. Здорово. Ты названил? Я. Ладно, поднимайся. Давай, давай. Что-то я не понял. Кто ей позвонил?
Да я почем знаю. Короче, она сразу после этого звонка как-то вся переполошилась. Сразу сумку, кошелек схватила и на вокзал. А ты? Ну что я? Я ей сразу сказал, что я никуда не поеду. Только она меня за руку схватила и потащила. Ну я же ей драться с ней не буду, правильно? Надеюсь. А после того, как эта парочка к Маше подошла, что она сделала? Маша? Ну когда она первого увидела, она побежала. А потом второй прям как из-под земли вылетел. Ну, они меня под руку взяли, и она тут все. Сразу перестала дергаться и с ним пошла. То есть тебя бросила? Нет, не бросила на меня. Она в мою сторону вообще не смотрела. Как будто бы не знает меня. Она нарочно это сделала. Для того, чтобы они меня вместе с ней не уволокли. А вы это, не собираетесь Маньку спасать? Нет, не собираюсь. А как же она? Она ведь с ними специально пошла, чтобы они меня с собой не забрали. Понимаете? Нет, не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Так все было на самом деле или нет? Да и потом, кто из вас двоих врет? Ты мне сейчас. Или Маша. Или вы оба. Не могу я так снимать! Ну, не могу я так снимать! Макс, а где ты руку порезал? Чего? Того. Руку спрашиваю, где порезал? Только давай без художественного свиста про подъездное окно. Я проверил. Стекло цело, порезаться не обо что было. Ну? Да в квартире у Маньки, тогда ночью. Ну... Я слышал, в квартиру кто-то зашел, это вы были. Ну я давай прятаться. Ну, под диван полез, а там этот нож гадский валялся. Я об него руку и полосанул. А потом в другую комнату побежал прятаться, а там уже Тинта был. Ну а зачем про подъезд наврал? Ну, чтобы Манька не кричала, что я у нее под диванами шарю. А ты точно помнишь, что нож был в гостиной под диваном? Ну да. И ты его никуда не переносил? Нет. А зачем мне его переносить было? Интересно. А у вас еще есть? Еще? Одевайся. Поехали. Ну ладно. Значит, сначала вы гуляли по бульварам, разговаривали. Потом приходил сосед. Так? Так. Буженина будешь? Буду. Будьте любезны, полкило буженина, пожалуйста. Потом мы поехали к нотариусу. И за все это время к Маше никто, кроме соседа, не приходил. Верно? Верно. Короче, как раз когда она решила, что все хорошо закончилось, и от нее отстали, потому что квартира досталась мне. Они ей позвонили. Позвонили и напугали. Она кинулась спасаться и спасать тебя. Ага. Она мне сегодня звонила. Сказала, что живет у подруги и хочет вернуть свою квартиру обратно. Спасибо. Так вы, может быть, ей квартиру-то и отдадите? Макс, ты совсем без мозгов. Она живая, пока квартира моя. Как только я отдам ей квартиру, ее убьют. Это ясно? Не сутулься. Зачем убьют? Затем, что квартира эта очень дорогая. Я думаю, что Лизавету тоже убили. И тоже из-за этой квартиры. Нет, так если Манька им сама квартиру отдаст, зачем ее убивать-то? Затем, что сегодня отдаст, а завтра придет Народный суд и скажет, меня заставили. Может быть. Может, Макс, может. О! Привет. Что надо? А можно мне туда?
Куда? Туда. Ты назови, как это место называется. Ну. Может, в туалет? А? Туалет! Слышал? Сортир, значит, по-нашему. Ну, ладно, ладно. Давай беги, а то обделаешься со страху-то, а? А это что вон там за дверьми? Конференц-зал, там же написано. Это тоже все ваше? Это все наше. Так вы же говорили, что вы программист. Здравствуйте. А я есть программист. Добрый день. Ну тогда почему все ваше? Потому что это моя фирма. Добрый день. Здравствуйте, девушки. Привет. Позвольте вам представить, мой родственник из провинции Макс Хрусталев. Ни с какой не из провинции, а из Сени же. Никакой я ему не родственник. Ну хорошо, позвольте вам представить, Макс Хрусталев не мой родственник и не из провинции. Главное вовремя кормить. Покормим. У тебя Васильченко, помнишь? Да, помню. Остается на твоем попечении? Я не останусь. С чего это? Ну ладно. Попозже закинешь его программистам, пускай покажут что-нибудь интересное. Но главное не интернет, скоро порнух. Что, я порнухи, что ли, никогда не видел? Володь, из Дубны телега пришла. У них опять программа не идет. Первая пошла, а вторая не идет. Угу. R14? Да. Да она и не пойдет. Давай так, вызови ко мне Рябкина сразу после Васильченко. Угу. Хотя сегодня я не успею. У меня Роспатент, потом в 4 еще одно дело. Рябкина на завтра, а вот прямо сейчас возьми все эти телеги и отнеси ему. Ладно? Ладно. Спасибо, пошли. Проходи. Садись. Ой. А вы что, начальник? Ну да. А что вы делаете? Читаю. Не, что вы вообще делаете? Вообще? Вообще мы делаем программное обеспечение повышенной сложности. Такого, кроме нас, не делает никто. Понятно? Нет. Ну и молодец. Володь, тебе пора, Васильченко уже тут. Иду. Подожди меня здесь. Я скоро приду.
Алло, слушаю вас. Здравствуйте. Будьте добры к телефону Владимира Петровича. А его сейчас нету, он будет позже. Как вас записать? Мария Тюрина. А можно узнать вам мобильный телефон? Девушка, вас не слышно. Говорите, пожалуйста, на... Нормально. Я могу узнать его мобильный телефон? Нет, мы посторонним мобильный не даем. Вот сука, а! Ты кому звонила, сучара? Ментам? А? Серега, звони к хозяину. Ну что? Много наговорить? Руки убери! Много наговорить успел, сладкая моя. Тебе сказано было сидеть спокойно. Тебе сказано было не рыпаться. Так что ты рыпайся, сучка безмозглая? Молчишь? Сейчас ты меня по-другому заговоришь. Витек, оставь ее. Хозяин сказал, чтоб ты завтра никаких следов. Ну лучше скажи. Понятно. Иди сюда. На территории кооперативных гаражей «Маяк» на юго-востоке столицы произошло убийство. Труп мужчины с ножевым смертельным ранением обнаружили в салоне... Ой, ужас один. Дорожный патруль лучше не смотреть. Так вы не смотреть. Я ведь тоже вечером одна домой возвращаюсь. Передают опять труп в машине. Мужика какого-то ножом зарезали, представляете? До смерти. А кто зарезал? Да кто же ее знает? Сказали, скорее всего, подвозил кого-нибудь. Ой, а у нас тоже в Сенеже одного зарезали. Правда, не в машине, а в парке. Полина, вы не помните, где нашли тело? Возле гаража где-то, у метро текстильщики. Спасибо. Да, Владимир Петрович. Вы пока выходили, вам какая-то Тюрина звонила, нервная очень. Что-нибудь передавала? Нет, вас просила и все. А, ну еще номер вашего мобильного просила. Вы дали? Нет, вы же не говорили. А сами догадаться вы не могли? Вы ж секретарь, черт вас дери! А ты где была? Почему у тебя нет на рабочем месте? Почему всегда, когда ты нужна, тебя нет? Ты послал меня к Рябкину. Могла бы позже сходить. Ты сказал сделать это немедленно. Но он же мне не говорил, кому давать мобильный, а кому нет. Ну все, успокойся. Ну, Кать, ну сама посуди, ну звонит какая-то девица, ну как я могу? Все, 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 все. Все хорошо, успокойся. Черт знает что. На, Катя. Получи юношу. Хорошо. Отведи его в компьютерный отдел. Катя, ну извини, пожалуйста, я не хотел. Но мне очень нужна эта Маша Тюрина. Это моя сестра, кстати. Если вдруг она еще раз будет звонить, сразу соединяйте, ладно? Куда тебя соединить? В Роспатент? А я никуда не поеду. Отменяй все. Я здесь. Нет, я не понимаю, как он, то есть его труп, мог там оказаться? У каких-то гаражей в текстильщиках. Это просто ерунда. Я сам видел по телевизору, это был Маслов. Не надо светлый день тенями мрака насыщать невольно. Завещание, трупы. Третий день, у вас все не так. Не у вас, а у нас. Если б не я, эта девица давно бы к твоему Сенежу подъезжала. От вашей ссоры лучезарность мира померкнуть может. Примиритесь, други. Ну, поаккуратней, поаккуратней. Осторожней. Ну, криво у тебя, не видишь? Подними. Ну, все ж надежнее было б, коль братцам мы Марии предъявили. Подстраховаться братцам совсем неплохо бы. Если бы знать, где он. Этот урод Витек его на вокзале упустил. В гнездо стремится птаха, потерявшись в краю чужом. Пожалуй, ты прав. Ты что делаешь, урод? У тебя руки-то есть? Труп мужчины с ножевым смертельным ранением обнаружили в салоне собственного автомобиля ВАЗ-2109. Свидетели утверждают, что мужчина не являлся членом данного кооператива. Личность убитого установлена,
Однако милиция в интересах следствия имя убитого пока не разглашает. Кать, Расул на месте? С утра был у себя. Вызвать? Вызвать я могу. Рябкина или Тяпкина. А что касается Расула, я могу его только пригласить. И то, если он в хорошем настроении. Сегодня он в хорошем настроении. Давай его сюда. Даю. А это твоя сестра. Она Владимиру Петровичу кто? Соседка по площадке. У них там квартирный вопрос по завещанию. Что, правда? Просто соседка? А что? Нет, нет, ничего. Катенька, попроси, пожалуйста, Полина, два кофе и боржоми. Спасибо. Расул, мне нужна твоя помощь. Полиночка, поставьте сюда, мы потом сами. Спасибо. А я сейчас тебе расскажу, а ты мне скажешь, реально это или нет. К сожалению, сам я не справлюсь. А из нас двоих гений только один. Я твой младший партнер. Заметь, с этим никто не спорит. Оружие смени. Аптечку прошел. Мочи красных. Ну, вот практически все, что мне известно. Что ты решил? Я решил заставить их забыть о существовании Марии Тюриной, Владимира Архипова и Чистопрудного бульвара как такового. И как это сделать? Очень просто. Шантаж и угрозы. Ага. А если все же это она убила юриста? Да черт с ним. Она так она. Что именно ты намерен делать? Распотрошить их базы данных. Посмотреть, что у них есть. Ты уже влез куда-нибудь? Пока только во внутреннюю переписку. Катя штудирует все официальные сайты. Значит так, Катя продолжает официальную линию. Ты смотришь документы, я счета и налоги. Только мы все равно не успеем. Ты понимаешь? Понимаю. Я не поеду сегодня навстречу. Разумно. И стало быть, если я не приеду, они заставят ее мне позвонить, дабы узнать, что произошло. До завтра успеем? В таком случае успеем. Поезжай туда и возьми мою машину, потому что твою они уже видели. Угу. А я пока в базах покопаюсь. А, Расул, тебе их электронный адрес дать? Что? Извини. Пепельницу выброси, кофе еще принеси, сама не мешай. Thank you.
смотри, чтобы я слышала каждое слово. Хорошо? Да. Владимир Петрович, мы договорились встретиться. Вы обо мне забыли? Как можно? Конечно, нет. Но дело в том, что у меня сломалась машина, и мне срочно пришлось ехать на сервис. Да. Вот незадача. А завтра вы сможете? Завтра. Завтра смогу. Ну, надо сначала починить машину. А вы успеете? Не знаю, Мария Викторовна, я не слесарь. Думаю, что слесарь успеет. Постарайтесь, Владимир Петрович. Я теперь даже домой не могу прийти. Это ведь не моя квартира. О чем разговор, Мария Викторовна? Я, разумеется, верну вам вашу квартиру. У меня есть своя. Чужого мне не надо. До завтра. До свидания. Надо было все мне рассказать. Сидела бы сейчас со мной. А не с этими ублюдками. Ну что ж, подождем до завтра. Поехали. Это я. Ну что, я иду за ними. У них светлый Мерседес. Номер Николай 486, Владимир Александр. Машине с ней еще трое. Но, по-моему, не охранники. Зачем ее охранять, слушай? Ну что, леопард, твоя Маша, прыгнет и убежит. Зачем звонишь? Соскучился. Как у тебя дела? Нормальные мои дела. Не мешай, некогда мне. Открывай, это мы. О, обратно привезли. А что так? Соскучилась без меня? Прекрати болтать. Все откладывается до завтра. Так что смотрите за ней получше. Да мы смотрим. Ага, я вижу, как ты смотришь. Что это у нее за синяк под скулой, да? Да, ну ерунда еще. Ты, Витек, давай поаккуратней. Она нам завтра чистая нужна, понял? Помыть, что ли? Все, молчу, молчу. А? Вот и молчи. Я пошла, мне еще в Красково пилить. Хорошо. Thank you.
Ну что? Что-что? Когда будешь жениться на этом невеста, не забудь меня пригласить. Не забуду. Мне еще нужно 3 часа. Над душой не стой, да? Может, прервешься, я тебе новости расскажу. Слушай, время идет, да? Я же не в открытом портале сижу, честное слово. Где? В банке Еврокредит. Где? Иди отсюда, не мешай, Архипов. Слушай, гений, а тебя не отследят? Что ты сказал? Ты что сказал сейчас? Меня отследят? Я пошутил. Меня? Я пошутил. Меня отследят? Твою мать, а? Шутка. Иди отсюда, Архипов. До превращения в двоюродного брата Иисуса наш просветленный Добромир имел украинскую национальность. Здравствуйте, Владимир Петрович. Привет, Сереж, нам как всегда. Спасибо. И звался Анатолий Петрович Бессмертный. Через «З»? Именно. Учился в Житомирском педучилище, отчислен с 3-го курса. Тем не менее, преподавал географию в сельской школе. Он, так сказать, фюрер этой организации. Соответственно, Герингом и Гиммлером числятся Инна Евгеньевна Ставская и Сергей Борисович Ослов. Занятно. Говорящая фамилия. Да не скажи, судя по всему, они очень ловкие господа. Квартирный бизнес? Да. Вот бы выяснить, что они делают с теми, кого отправляют в природу. Им покупают брошенные дома в Вятской губернии. Я видела несколько договоров. Больше 500 долларов ни один из них не стоит. Да, но это в начале. А вот что они делают с этими людьми потом? Ты знаешь, сколько сотрудников официальных в их организации? Знаю. 27. Я видел. Так вот, 10 из них юристы. Организация вполне легальная и зарегистрирована где нужно. Поэтому для массовых убийств как-то не очень. Не очень. А список членов организации ты нашла? Да, конечно. Спасибо. Что? Моя соседка. Огус Лизавета. Это та, которая умерла на прошлой неделе? Именно. И знаешь, что стоит против ее фамилии? Вопрос решен. И дата. Как раз день ее смерти. Ох, не нравятся мне все эти затяжки. Что-то он мудрит, а? Машина у него сломалась, техцентр какой-то. И что ты предлагаешь? Где отрок тот, что мы забрать решили? Где? Не пришел он к ней домой, зря проездили. Ну, может быть, не успел. Он же город не знает. Да. Еще попытку нужно предпринять. Спокойней будет наше ожидание. Угу. Надо Серегу послать. И скажи ему, пусть у соседа этого тоже посмотрит. Вдруг он там. Ладно, я в банк скоро вернусь. Думайте, думайте, думайте. Попить хочешь? Вижу, хочешь. Давай так. Ты мне сделаешь хорошо, а я тебе попить дам. Нет. Давай, давай. Пусть... Тихо, 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 тихо. Тюк, доставь ты ее, кончай. Ладно. Но я до тебя еще доберусь. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Ну, как ты тут? Да я мне тут ребят показываю. Пойдем сюда. Что сегодня не только день открытых дверей, все помнят? Да, конечно. Работайте. До свидания, Владимир. До свидания. До свидания. Всего доброго. А ты что сидишь? Давай собирайся, иди домой. Тебя дети ждут. Мы уж сами как-нибудь. Пошли.
Спокойной ночи. Мужу привет. Садись. Есть хочешь? Сегодня я видел твою сестру. Кого? Маньку, что ли? Ну, конечно, Маньку. Сядь. Так а где вы ее видели? Дома, что ли? Нет. Во вражеском плену. Так если она в плену, чего вы тогда тут стоите? А что ты мне прикажешь? В атаку идти с шашкой на голову? Ну да. Напугать их как следует. Ну, у вас должно хорошо получиться. Знаете, как вас тут все боятся? В том-то все и дело, Макс, что нечем мне их пока пугать. Понимаешь? Не нашел еще. Да, я понял. Да, хорошо. Найди мне какую-нибудь спецовку, инструмент. Это еще зачем? Сантехника изображать буду. Меня опять за этим ее пацаном посылают. Блин. А почему сантехника? Да чтобы соседу можно было зайти проверить. Понимаешь? Хорошо, хорошо, хорошо. Серега, тебя там в лицо не знают? Да откуда? Сейчас, сладкая моя, мы с тобой вдвоем останемся. Серега уйдет, и никто нам мешать не будет. Понимаешь? Да. Я готов. Приходи. Я тебе покажу. Иду. Войдите. Давай, проходи. Да. Хорошо у тебя. Уютно. Это кто? Это Макс Хрусталев, брат Маши. Слушайте, Хрусталев, берите стулья, садитесь. Давай, действуй. Смотрите сюда. Деньги они делят на троих. Причем то, что получают от песен народного творчества, молчание на кассетах, лежат в Сбербанке. С них они платят налоги, зарплаты. Тут все легально. Расул, это я видел. А вот в еврокредите лежат суммы, полученные от сделок с квартирами. Они выведены отовсюду, из-под налогов, с основных счетов. В общем, в организации их как бы нет. Они лежат на трех разных счетах, а суммы абсолютно одинаковые. Значит, главных действующих лиц у нас трое. Трое, это точно. Есть еще четвертый счет в том же еврокредите. Сначала деньги приходят на него, а потом уж с него на три других. Вот и все. Как все? А что? Ты думаешь, этого мало? Макс, закрой уши. Расул, я плевать хотел на еврокредит. Мне нужно, чтобы я мог этого самого Добромира взять за яйца и так, чтобы он не кровью харкал. Ну так мы его уже взяли. Как? Так, в данный момент все четыре счета контролирую я. Ты можешь делать с ними все, что захочешь. Желательно делать это быстро, пока никто не спохватился. В банке я имею в виду. А эти твои радостные спохватятся не скоро. Расул, давай-ка повторим еще раз для дураков. Значит, ты занимаешься счетами. Я нахожу Добромира и сообщаю ему следующее. Если он продолжает себя вести плохо, то я забираю все его левые денежки навсегда. Правильно? Правильно. Красиво. Вася, у тебя наручники есть? Конечно, Расул Магомедович. Дай-ка нам их на сегодня. Зачем они вам? У Владимира Петровича военно-патриотическая игра вечером намечается. Могут пригодиться. Понимаю, понимаю.
Пожалуйста, Расул Магомедович. Благодарю. Ну и зачем они мне, Расул? Не помешает. Открывай давай, меня хозяин к Витьку прислал. Куда на ночь глянь? Ну я, Витёк! Где она? Машу где? Там! Дита, сторожи! Маша! Владимир Петрович, а как вы меня нашли? Это не важно. Твари. Они тебя били? Нет, почти, когда телефон утащила. Они меня раздели, чтобы я не убежала, не хотели, чтобы я бумаги подписала. Кто они? Если они квартиру получат, они нас всех убьют, как тетю убили. Не бойся, не убьют. Я... Вставай. Я за Макса беспокоилась. Я хотела его увезти, а он глупый, он ничего не понимает. Машенька, не волнуйся за Макса. С ним все в порядке, он ждет тебя у меня в квартире. Слышишь? Он у тебя, правда? Да. Ты глупая. Я сколько раз тебя спрашивал. Ну что происходит? Что это за странные паломники? Что это за песнопение? И что ты мне отвечаешь? Это мои друзья из 15-й гор больницы. Ну как же я могла тебе сказать? А вдруг они тебя... Все в порядке. Все в порядке. Уже все позади. Все в порядке, все кончилось. Все, все, все. Машуля, нам надо идти. Да? Можешь? Этого типчика мы с собой прихватим. Зачем? Затем, что я хочу довести это дело до конца. И ты была уверена, что они к тебе больше никогда не придут. Собирай вещи. Ну что, красавица? Подъем! Слушай меня внимательно. Сейчас все вместе пойдем в Красково на дачу к твоему хозяину. Адресок-то знаешь? По глазам вижу. Знаешь. Ничего я не знаю, я тебе ничего не скажу, гнида. Да ты у нас герой. Держи. Давай, вперед помалу. Тин, ты пошли давай. Маша, на переднем сиденье пакет, там твои вещи, переодевайся. Давай. Сумки, багажник. Вот и славно. Я тебя последний раз спрашиваю вежливо. Где дача? Улица Академическая, 6. Молодец. Только зря ты во все это ввязался, мать твою. От тебя, козла, даже рогов не останется. Эту суку я все равно достану. Алло. Алло, это я. Все в порядке, она у меня. Сейчас едем в Красково. Адрес Академическая, 6. У тебя все готово? У меня все готово. Ладно, до звонка. Хорошо.
Через час. Я поехал за ними от Чертановской. Таким образом узнал, куда тебя отвезли. Ну, дальше все было очень просто. Большая черная машина. Знаешь, а я что-то чувствовала. Маша, постарайся мне более или менее подробно рассказать, как твоя тетя ухитрилась вляпаться в эту секту. Это было давно. Года 3 назад. У нее всегда было больное сердце, тут обострение. И все из-за дневника. Она из рук не выпускала дневник покойного мужа. Там было что-то очень дорогое для нее. И вдруг он пропал. Прямо из квартиры куда-то исчез бесследно. Понимаешь, Володь, я до сих пор не могу понять, куда он девался. Она никуда его не выносила, даже мне в руки не давала. После этого сильнейшая депрессия. А тут такие мягкие, добрые люди. Маша, а ты когда-нибудь Добромира видела? А ты откуда про него знаешь? Он тебя, сучара, на куски порвет. Он тебя в сопли размажет. Динта, что-то у нас клиент разговорился. Молчу, молчу. Извини, продолжай. Это ужасный человек, Володя. Негодяй, подонок. Он сказал тете, что оставит нас только если... Если я... В общем, если я буду с ним жить. Это уже в конце было, когда тетя во всем разобралась. Когда перепугалась. И что, сильно пугали? Да. Болезный! Чего? Очнись, будешь дорогу показывать. Он тебя все равно уроет. Как же ты меня достал. Отвечать только на мои вопросы и больше ни звука не произносить. Это понятно? Понятно, понятно. Куда дальше ехать? Тут прямо, потом налево. Бетонный забор. Там охраны много? Да полно там охраны. Ты попал, блин, понял? Добрый вечер. Как бы мне с господином Бессмертным Анатолием Петровичем повидаться? А вы кто, простите? Это Архипов Владимир Петрович. Со мной Тюрина Мария Викторовна, которую Анатолий Петрович знает очень хорошо. Еще некая личность по имени Витек, к сожалению, без фамилии, которого Анатолий Петрович знает еще лучше. Так что, как видите, все свои. Ну что, посовещались? Да, я скажу. Да, оставьте машину у ворот. Нет, без машины я не пойду. Ну что ж, спокойной ночи, дамы и господа. Мы что, уже ничего не вышло? Подожди. Ага. А этого персонажа я знаю. Он же был за рулем Мерседеса, когда тебя на Чертановскую привозили. Да, точно. Выходит, нет здесь никакой охраны. Иначе водитель бы вряд ли дверь открывал. А, Витек? Ты как? Володь, давай уедем отсюда. Ты же не понимаешь, что ты делаешь. Ты не знаешь, на что они способны. Все в порядке. Выходи. Динта. Вот, познакомься, Маша. Господин Ослов. Вперед. Что вам нужно? Я сейчас вызову охрану. Валяй. Ну что, Витек, показывай, куда дальше. Прямо, налево, направо, рядом. Да вот сюда, сюда. Всем добрый вечер.
Я Архипов. Это небезызвестная вам Маша Тюрина. Это моя собака. Зовут его Тинт. Не бойтесь, он вас не съест. По крайней мере, пока я ему не скажу. А это, насколько я понимаю, ваша. Коли ваша, забирайте. Давай. А что вам нужно? Я вам все объясню. Только для начала позвольте нам присесть. Спасибо. Машенька, проходи, пожалуйста. Сиди, Тинта. Сиди. Все. Вызвал. Охрана уже едет. Не отвечает Серега. Мобильный у него сел. Ну? Что случилось? Отвечай. Так это... Он вошел, дверь у меня по башке долбанул. Потом как налетел, давай метелить. Я думал, все, замочит. А потом пистолет у меня забрал. Откуда он узнал, где мы ее держим? Так вы вроде сами его навели. Он от Чертановской за вами ехал в прошлый раз. Ну? Что вам нужно? Владимир Петрович, вопрос в другом. Что вы собираетесь делать с тетиной квартирой? Какая к черту квартира? Где вы были сегодня ночью? Где ваш брат? Я вас звал на ужин. А я у подруги. Ты придурок. Охрана уже. Откуда он про дачу узнал? Странная какая-то у вас охрана. Ты ему показал? Если она только едет. Мы уже давно здесь. Сергей Борисович, ну зачем же вы деретесь? Или это журналистское прошлое взыграло? Вспомнили горячие денечки в многотиражке. Как она называлась? Путь к Мартену? Кстати, а почему вас уволили, помните? Или вам напомнить? Ну, хватит. Ну, что вам нужно, в конце концов? Ну, для начала мне нужен компьютер с возможностью доступа в интернет. Что? Что вы нам тут голову морочите? Где охрана? Охрана где? Через 5 минут. Едет. Через 5 минут. У вас 5 минут. А вот через 5 минут уже никто не поручится за вашу безопасность. Анатолий Петрович, при всем уважении, 5 минут нам явно не хватит. А потом согласитесь, пока преимущество на моей стороне. Я знаю, как вас зовут, я знаю, кто вы. Я знаю, кем вы были до того, как стали братом Христа. Более того, я знаю массу интереснейших подробностей о вас, Инга Евгеньевна, и о вас, Сергей Борисович. Так что предлагаю успокоиться и внимательно меня выслушать. Откуда вы все это знаете? Кто вам все рассказал?
Откуда вы вообще взялись? Черт бы вас побрал. Как-то вы не очень божественно изъясняетесь, Инга Евгеньевна. Повторяю, мне нужен компьютер. Это в ваших же интересах. Принеси компьютер. Уставился, а? Ты из-за этой девки последние мозги потерял. Что ты понимаешь? Господи, с кем приходится работать, а? Идиот на идиоте. Принесли, Сергей Борисович? Покажи, пожалуйста. Вот ты славно. Значит, еврокредит. Место хорошее. Серьезное. Надеюсь, все помнят номера своих счетов. Если кто-то запамятовал, может сбегать и посмотреть. А что это? А что он делает? Я вхожу в клиентскую сеть еврокредита. Наберите терпения. Ну вот, собственно. Счета номер 1, 2, 3. Полагаю, что вы их узнали. Ну, количество денег на каждом счете вам должно быть известно. Счета-то ваши. Еще немножко терпения. Что это, а? Все же говорили, что это надежный банк, старая Европа. Почему любой, кто угодно, может влезть в мои счета, а? Нет. Кто угодно как раз не может. Потерпите еще немножко, сейчас начнется самое интересное. Он крадет наши деньги. Прямо сейчас крадет! Остановите же его! Остановите его! Господа! Процесс остановить невозможно. Так. Что? Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы оставили нас в покое. Не навещали, не пили псалмы. И тогда я верну вам ваши деньги. Но если с нами, не дай бог, что-нибудь случится, денег вы своих больше не увидите. Никогда. Вот, собственно, и все. Все? Все, да? А больше ты ничего не хочешь? Пожалуй, что нет. А где гарантии? А вот гарантии у меня для вас точно нет. Разве что мое слово. Напоминаю, если вы соблюдаете условия нашего договора, то и мы их соблюдаем. Я тебя уничтожу, понял? Я найму лучших компьютерных хакеров и верну деньги. Валяйте. Только прошу запомнить, что лучших двое. Это я и мой партнер. А вернее, это мой партнер и я. А вы что, не боитесь, что я или мы наймем кого-нибудь, так сказать, и мы вас уничтожим? Порежем! Физически мы вас уничтожим! Вы не боитесь этого? А? Нет, не боюсь. Пойдем уже. Кинта. Видите ли, Анатолий Петрович, если я не буду нажимать в определенные дни определенные кнопки, то все ваши данные моментально уйдут в МВД. Поверьте, я знаю про вас совершенно все. Даже то, когда вы ходите в сортир согласно медицинской карточке. Уж простите мне эту прозу жизни. Видите ли, Анатолий Петрович, я в своем деле виртуоз. И учился я в МФТИ, а не в Житомирском педучилище. Ловкий вы человек, господин Архипов. Ух, ловкий. Ну, куда уж мне тягаться с вами, господин Бессмертный. Одно хорошо, хором я не пою. Что? Что? Я не вижу никакого выхода. Тряпка. Ничтожно. А я не согласна. Ну вот и хорошо. Будем считать, что договорились. Держим нейтралитет. Мы, с вашего позволения, откланяемся. Да, Мария Викторовна? А, чуть не забыл. Есть еще один счет. Номер 4. На нем как раз аккумулируются все ваши средства. И только потом распределяются на ваши личные счета. А сказать вам, кому он принадлежит? Хотя нет, пожалуй, я этого делать не буду, а то вы все поссоритесь, разругаетесь. Всего вам доброго, до свидания. Витек, ключи от наручников и пистолет возьмешь на воротах? Всего доброго. Пойдем. Что? Ты подумал, что? Ты у нас крадешь! Ты крадешь, что там?
Не разувайся, проходи. Ну вот, ты и дома. Я так за тебя боялась. Я думала, ты придешь на встречу, они тебя свяжут и будут унижать. Я думала, что они меня убьют, и не боялась. Но я за Макса боялась. Это же здорово, глупо. Это очень здорово. Мне так нравится ничего не бояться, я уже отвыкла. А мы чай будем пить? Обязательно. Только я пойду к себе переоденусь. Не надо никуда уходить, пожалуйста. Почему? Мне так будет спокойнее, ладно? Почему? Ведь все уже кончилось. Ну, все то действительно уже кончилось. Я тебя очень прошу. Сегодня останься здесь. Места хватит. Если тебе что-то нужно, я принесу. Хорошо. Ладно. Да. Спасибо. Понимаешь, Тинта? Здесь есть что-то еще. Добромир со своими соратниками вряд ли имеет отношение к смерти Елизаветы, как, впрочем, и к убийству Маслова. А вот Машу Тюрину ему удалось запугать до такой степени, что при любом упоминании о пути к радости она переставала соображать от страха. Почему? Она верила, что они убили тетю и непременно убьют ее. Более того, Лизавета была абсолютно уверена, что ее убьют, и именно поэтому она пришла ко мне и взяла расписку. Так кто же ей все-таки угрожал, а? Вот так, Тинта, втравила нас Лизавета. Я же с ней разговаривал после того, как она умерла. О, Господи. Да, мне так показалось. Она говорила что-то непонятное. Во-первых, каждый получает по заслугам, и никто не может быть в обиде. Это о завещании. Громадная квартира в центре Москвы и три картинки. Ничего себе по заслугам. Если учесть, что сиротку она любила. Может спросить у Маши. А если Маша не жертва, а совсем наоборот? Вперед, вперед, вперед. Как прогулка, Владимир Петрович? Спасибо, Владимир Матвеевич. Хорошо. Вперед. Доброе утро, Владимир Петрович. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошего дня. Спасибо, взаимно. А может, на бульвар пройтись? Молодцы. А что Маша, Владимир Петрович? Да, в общем-то, все в порядке. Ведь она исчезла. Да что? И молодой юноша вместе с ней. Хорошо, что хоть теперь подозрительных личностей больше нет. Да. В смысле того, чтобы обезопасить наш подъезд. Да я уже все в принципе обезопасил. И себя, и Тинта вот, и вас, и подъезд. Всего доброго, нам пора. До свидания. До свидания. Удачной прогулки. Тинта! Маша. Убийство Елизаветы – это не Добромир. Почему? Почему ты так думаешь? Ну, потому что я видел его и всю его гоп-компанию. Это мелкие трусливые истерики. Никто из них не способен убить. Да и потом, эти кровавые дожди, ножи, предвестники смерти – это не в их репертуаре. Маша, ты видела этот нож? Я видела. Нож с черной ручкой. На ручке что-то вырезано. Непонятное. Она очень испугалась, когда я его нашла. Вернее, это я его нашла, когда убиралась у нее под кроватью. Так это ты его нашла? Да. А где он теперь, этот нож? После тетиной смерти я его выбросила. Прямо на следующий день. Куда ты его выбросила? А что с тобой? У тебя спина болит? У меня всегда спина болит. Куда ты выбросила нож? Володь, а что с твоей спиной? Может, тебе надо врачу показать? Куда ты выбросила нож, Маша? Ты чего на меня кричишь? Я его завернула и отнесла на работу. У нас там есть специальная помойка. Ее в утилизацию увозят. Ну, шприцы и медикаменты просроченные. Я туда и положила. Я вечером даже проверила.
увезла я ее машину или нет. Ну и как увезла? А что случилось-то? Почему ты спрашиваешь? Елена Тихоновна, это совершенно новые ключи. А Мария Викторовна утверждает, что дала вам связку старых. Вроде бы да. Маша действительно давала старые ключи, а это действительно новые. Вы знаете, Владимир Петрович, я даже не знаю... Да мы не знаем, откуда они взялись. Да. Как-то не обращали внимания. Ну, открывают и открывают. Гуня, Гунечка, по-моему, тебе плохо. Сядь, тебе надо принять лекарство. Извините, у него давление. Ему совершенно нельзя волноваться. Да вы не волнуйтесь, Гаврил Романович. Может быть, это Маша все перепутала. Да, конечно. Маша такая. Рассеянная. Да. Скажите, а дядя Гриша к вам не приходил? Он в последнее время у вас ничего не чинил? Приходил, и чинил, и Дуняша его у меня убирала. Ну, надо сказать честно, убирала очень скверно. Но надо же дать возможность человеку честным трудом. Ну, конечно, честным трудом на водку гораздо лучше. Здравствуйте, дядь Гриш. Здравствуйте. Вы для Маши Тюриной ключи делали, помните? Да. А вот эти? Дубликат. Вам кто заказал? Бульбулькин, стаканчики. Хороший Михаил, Петрович, заходи. Спасибо. Тебе чего, Гришка, нужен? Так он уже все, убыл до понедельника. До свидания.
Володя, ты что здесь делаешь? Как ты сюда попала? Тим-то залаял, я выбежала на лестницу. Ну и за ним сюда. А что случилось-то? Сущий пустяк. Меня просто хотели убить. Как убить? Примерно так же, как Лизавета. Помнишь, она говорила, что ее чуть было не сбросили с лестницы? Да. Ну вот, а меня чуть было не выкинули в окно. Как можно тебя выбросить в окно? Это если знать, что у меня болит спина. А все знают, что у меня болит спина. Вот ты, к примеру. Знаешь, Маша? Маша, посмотри на меня. Ты знаешь, что у меня болит спина? Володь, пойдем домой. Конечно, пойдем. А ты зачем на чердак полез? Я пытался понять, что это за колесо с воском. Понял? Ну, пока я понял только одно, что провалялось оно там лет 50, и никакого отношения к Лизаветиным фантазиям не имеет. Слушай, а ты в привидения веришь? А где у тебя аптечка? Зачем? Ну, я думаю, тебе аспирин нужно выпить. Справа от плиты верхний ящик. А это что? Это от тети? Она тебе тоже пишет. Что значит тоже? А кому она еще пишет? Мне. Где ты это взяла? Подняла аптечку, а под ней записка. Маша, это невозможно. Это невозможно, она умерла уже давно. Ты это понимаешь? Да, уже 2 недели прошло. Ты понимаешь, что все это бред? Это абсолютный бред. Я материалист, я в это не верю. Не бывает привидений. Значит, и этого быть не может. Да почему не может? Она всю жизнь такие коробочки складывала и мне записочками оставляла. Она долго у тебя одна находилась, когда последний раз приходила? Не знаю, какое-то время. Наверное, тогда и оставила. Это невозможно. Да почему невозможно? Тетя была странная, но очень умная женщина. Я как-то вечером на свидание собиралась, полезла за туфлями на каблуках. А там записочка. Не надо. Вечер ясный. Не нужно встречи замутнять. Я думаю, ну как она могла догадаться про свидание? А все очень просто. Она знала, что я эти туфли по другому случаю не надену. Они неудобные. Значит, ты хочешь сказать, что она все вычислила? Что она смогла просчитать, когда у меня кончится зубная паста, я полезу за зубной пастой. У меня кончится кофе, я полезу за кофе. А ты думаешь как-то иначе? Я никак не думаю, я не понимаю. Записку прочти. Ладно. Что от этого изменится? Ответы вы найдете в книге, что мне читать послала преисподня. Когда вступила я на край земного бытия, ищите книгу там, где сфера ночи. Ну и что? Постой. Постой, постой. Книга. Ты не помнишь, какую книгу последнюю читала тетя? Она читала книгу о черной магии, что ли? Найдешь здесь. Здесь книг на небольшую публичную библиотеку, Маш. Как стать гуру? Дорога войны. Ищите там, где сфера ночи. Так может это в спальне? Может быть. Ну, пойдем. Ну что, с чего начнем?
опять, зараза. Ты чего? Да нет, ничего, спина. Сейчас отпустит. По-моему, я что-то нашел. Так это же она. Тайна черви или подлинная черная магия. Обряды, призывающие смерть. Кровавые обряды. Самоявление ножа предвестника смерти. Это уже интересно. А вот и нож. Тот самый нож. Откуда у Елизаветы эта книга? Наверное, из секты. Она иногда ее читала. Нет, я боюсь, что к секте это никакого отношения не имеет. Да, это тот самый нож, как первый, так и второй. Какой второй? Был только один. Я тебе рассказывала, я отвезла его на работу, сдала в утилизацию. Нет, был еще один. Спрятан под диваном в гостиной. Только вот как он там оказался, я понять не могу. Может, потому что я там спала после смерти тети? Я в своей комнате боялась спать. Складно получается. Этим ножом был убит адвокат Маслов. В нотариальной конторе, помнишь? Да. Именно здесь. В этой квартире. Маш, это произошло именно в тот день, когда ты пропала. Я не знал, где ты, поэтому пошел к соседям, взял ключи и открыл квартиру. В гостиной на полу я обнаружил труп Маслова с точно таким же ножом в спине. Что Маслов делал в вашей квартире? Ты его знал раньше? Нет. Как он вообще сюда попал? Я не знаю. Ты знала, что дядя Гриша сделал лишний комплект ваших ключей? Зачем? Ну, не знаю, наверное, для того, чтобы убийце было ловчее войти в квартиру. Ты думаешь, что это все я? Да, Володь? Я не знаю, Маш. Я пер на себе труп через всю Москву. Только потому, что боялся, что это сделала ты. И до сих пор боюсь. Я не знаю, Маш. Я тащил его по лестнице, а он стучал ботинками по ступенькам. Ботинками? Ботинками по ступенькам. Точно. Володя! Что? А зачем мне делать дубликат ключей? У меня ведь свои ключи есть. Маша, а ведь это не ты впустила Маслова. Я знаю, что это не я. Ну, теперь и я знаю. Маслов лежал головой к дверям. Картина валялась у него в ногах. А на ногах были ботинки. Ты всегда заставляешь разуваться, когда кто-то приходит в дом, правильно? Ну да, меня тетя приучила. А Маслов был в ботинках. И потом. Картинка. Картинка валялась у него в ногах. Он мог ее уронить, когда падал, но она висит слишком высоко. Вряд ли бы он ее достал. Или он ее специально снял, чтобы получше рассмотреть. Слушай, а супруг Лизаветин, он кем был? Художником? Нет. Я точно не знаю, но он был то ли реставратором, то ли искусствоведом. Но он за свою жизнь всего 3 картины написал. А что? А вот что. Как она сказала? Каждый получает по заслугам. Вот я дурак, не понял. Маша. Ведь основное наследство – это не квартира. А что? А вот что. Картин должно было быть 3. Где 2 другие? Да вот, незабудки и пейзаж. Thank you.
Кому? К монаху. Проходи. Икону под микроскоп. Федор Кузьмич. Володька явился наконец. Ну, значит, я тебе нужен. Очень, Федор Кузьмич. Мало того, что как снег на голову, так еще и с барышней. Проходи, поставь картины. Да? А с барышней знакомить будешь? Ну, конечно, буду. Да, барышня как, любовь или временное увлечение? Федор Кузьмич. Я вижу, знакомиться надо. Как вас, барышня, звать, величать? Маша. Маша. Мария Викторовна Тюрина. Монахов Федор Кузьмич. Между прочим, крестный отец вашего кавалера. Да, 2 месяца от роду крестился он у Николы на курьих ножках, а я его на руках держал. Ну, вы представляете? Ну что, показывай, какие у тебя там шедевры. Значит так, это полотна Александра Васильевича Огуса. Так. А Маше они достались в наследство. Угу. Огус, дочка, что ли? Да нет, не было у Сашки ни дочек, ни сыночков, и картины он не писал. Это я вам точно говорю, молодые люди, никогда не писал. Так же, как я никогда не пел в опере Евгения Онегина. Федор Кузьмич, Маша приемная дочь его жены. Лиза. А вы знали Елизавету Григорьевну? Конечно. Милая женщина и со странностями. Все гомеопатией лечилось. А где вы взяли сии творения? Тетя оставила мне их в наследство. А так они у нас дома висели. Много лет. Много лет. Ах! Умник. Даже дату поставил. Ноябрь 66-го. Седые дали ноября уходят годы, как слепые, без палки и поводыря. Без палки и поводыря. Ну что, Архипов Владимир, ты прав. Дело тут не в Сашкиной живописи. Вы посидите, я в лабораторию, просветим рентгеном, посмотрим, а вы меня здесь подождите. Так он знал тетю и ее мужа. Откуда? Это просто. Если Лизаветин супруг был искусствоведом, то Федор Кузьмич его непременно знал. Он эксперт высочайшего уровня. Мои родители были очень дружны с Монаховым. Кстати, что касается Монаховых. Они в 30-е годы вместе с Капицами приехали из Лондона. Подожди, я что-то... Я ничего не могу понять. Капицы, Лондон, 30-е годы, это что? Машка, это моя семья. Мои родители, когда приезжали в Лондон, они всегда останавливались у Капицы. Можешь себе представить, что этот дом до сих пор существует. И я тебя туда обязательно отвезу. А еще мы поедем в Звенигород. У меня там дача. Правда, я не был там уже год, но уверен, что она тебе обязательно понравится. А потом рванем в Питер. Или куда ты захочешь. Федор Кузьмич, ну что у нас там? У вас? Предположительно, в АТО. Что?
Не что, а кто? Антуан Вато, великий французский живописец. Вато – это жанровые сценки, тонкие душевные переживания. Если это подтвердится, Мария Викторовна, вы станете обладательницей самой удивительной коллекции в мире. Никто и никогда не находил сразу трех неизвестных Вато. Значит, это картины Вато, а не тетиного мужа? Нет, не тетиного и не мужа. Сашка, конечно, их замалевал, но от этого они не стали хуже. Сашка был знаток французского искусства, профессионал. Он знал, что прятал. Позвольте, но где он их взял? Понятия не имею. Но прошу заметить, это не краденые полотна, а именно неизвестные. Историческая ценность огромная. И все-таки откуда у него Вато? Сашкин дед жил во Франции. Банкиром был богатейшим. Весьма возможно, что оттуда. Вато уже тогда стоил миллионы. А сейчас ему цены нет. Такие находки, молодые люди, встречаются раз в 100 лет. Да и то не каждые. Всем достается по заслугам. Никто не может быть в обиде. Мне нужно позвонить. Я быстро, извините. Алло, Расул, это я. Слушай внимательно, не перебивай. Никуда не уходи, дождись меня, скоро приеду. Мне кажется, я знаю, кто убийца. Раздевайтесь. Вот сюда, да, наверх. Проходите. Елена Тихоновна, прошу вас, проходите. Спасибо. Гаврил Романович. Вот сюда, в гостиную. Здравствуйте. Добрый день. Проходите, присаживайтесь за стол. Давайте, я помогу. Прошу вас. Благодарю. Вот так. Приношу свои извинения, что перехватил вас на дороге. Нарушил планы. Но вы, Гаврил Романович, так ревностно пеклись о покое нашего подъезда. Вот я и решил обсудить с вами вопросы безопасности. Ну что вы, какие планы? Мы с супругой прогуляться собрались. Да. Ничего особенного. Знаете, самочувствие в такую погоду. Да-да, понимаю. Давление. Ну, ничего. С нами доктор. Гипертония? Да. Профилактически принять не хотите? Ой, вы тоже рекомендуете Нолипрен? Превосходное средство. Превосходное. Гаврил Романович просто без него не живет. Давление замучило. Да. Ну, как же не замучить? В вашем-то возрасте бегать по лестницам, гасить по ночам свет. Ой, так, да, конечно. Гаврил Романович всегда следит за порядком в подъезде. Да, все сам. И с молодежью беседы проводит, и в плане террористов, да. Ну, как тут не быть давления? Действительно. Особенно, если в плане борьбы за порядок время от времени соседей с лестницы или с крыши сбрасывать. Набегаешься по чердакам. Я не понимаю. Что такое вы говорите? Да ну. А кто первый пришел ко мне с разговорами о том, что в соседней квартире поют псалмы? Секта заселяется. Не помните? Вы, милейший Гаврил Романович. Конечно. Я хотел предупредить. Нет. Вы хотели подготовить, чтобы я запомнил. Лизавета сумасшедшая, девочка такая же. Ну, правда. Кругом же секта. Ну, бред какой-то. Вы думаете? А именно с вас все и началось, Елена Тихоновна. Именно вы, когда приходили делать уколы, Елизавете Григорьевне, стащили дневник покойного Огуса. Тот Елизавета никак не могла понять, куда это он улетучился из квартиры. А вот из дневника вы узнали про Вато. И вот тогда у вас созрел грандиозный план.
Гаврил Романович нашел Добромира и предложил ему некую комбинацию. С одной стороны, полоумная старуха без наследников, девочка не в счет, и с другой стороны, ее квартира. Так вот, Гаврил Романович предложил обменять квартиру на эти три пустяковые картинки. Просто так. Рисунки старого друга. Ну или что вы там придумали? Это все чушь и клевета. Это не чушь и не клевета. А чтобы отвести подозрение, 10 тысяч долларов на старость попросили. Да откуда вы знаете? Я все знаю. Отличный план. С одной стороны, Добромир обхаживает Лизавету, а с другой стороны, вы, Елена Тихоновна, снабжаете ее оккультной литературой, готовите к черным ножам, ну, дабы ускорить процесс составления завещания. Но вот тут вам не повезло. Потому как адвокат Маслов оказался умнее Добромира. Думаю, ему стало подозрительным. Что это вы так хлопочете, чтобы квартира досталась к пути к радости? И уж тем более он никак не мог понять, зачем вам понадобились эти три картинки покойного Огуса. Господин Маслов решил навести справки. И он узнал, что Огус в свое время был известным искусствоведом, а вы в прошлом страстным коллекционером. Он просто сложил два и два и предложил вам поделиться. Это все голословное утверждение. Ну, конечно. Конечно. Вы встретились с покойным господином Масловым как раз в этой самой гостиной. Он продолжал настаивать на своем, снял со стены картину, дабы получше ее рассмотреть. Еще немного он бы догадался, о каких миллионах здесь идет речь. Где припрятан второй нож, дабы пугать Машу, вы, Гаврил Романович, прекрасно знали, потому что именно ваша супруга, Елена Тихоновна, подбросила его под диван. Ну а дальше вы сами знаете. Я не намерен больше слушать этот бред. Пойдем. Прошу вас, Гаврил Романович, пожертвуйте еще несколькими минутами своего драгоценного времени. Благодарю. Так вот, картины вы сразу забрать не могли. Вам нужно было, чтобы в убийстве обвинили Машу. А для этого следовало исключить ограбление. Ведь Маше, будь она убийца, не было никакого смысла воровать у себя самой. И вы решили, что картины вы заберете позже. Но, увы, не успели. Если все так, где же труп? Не мог же он улетучиться из квартиры? Его должны были найти. Представляю, как вы мучились этим вопросом. Но этого я вам не скажу. Равно как и не скажу того, что будет с вами дальше. Знаете только одно. Вы будете наказаны. Помните Елизавету на чердаке? Ты никогда не обращал на меня внимания. Не обращал. Почему? Не знаю. Ты меня просто не видел.